Многие же увлекаются нумерологией, астрологией или неважно даже чем. А вы просто зарисуете. Вот есть мироздание, есть абсолют, есть планеты, есть человек. Кто кому подчиняется? Ну просто сопоставьте. То есть Бог, абсолют, создал планеты. У планет разное влияние. Угораздило человеку родиться в ретроградный Меркурий, попасть в какую-то фазу. И все у него идет не так. То есть как бы Бог специально допускает эту ситуацию, ну просто взять и разобрать эту концепцию, специально допускает ситуацию, что не та планета, Марс сильно активен, да, или в шестой дом кто-то не тот зашел, заплыл, заехал, затмение. То есть тогда возникает вопрос, какая связь между планетами? Получается, планеты действуют автономно, как бы Бог это не проверяет. Но с человека потом на страшном суде он спрашивает, он не говорит, что, ёлки, слушай, действительно, Марс у тебя был активен, что-то как-то вот... Я понимаю, поэтому понимаю, что там убил, или почему украл, или почему прелюбодействовал, или почему ничего там обманывал. Понимаю, да. Нет, он спрашивает, получается. Но вы просто сопоставьте вот эти все парадигмы и увидите, что здесь явно что-то не так.